Всем привет, меня зовут Алекс, и это канал Алекс Плейс. У нас новый взрыв мозгов. Ботаник в качалке. Douchebag Walkout 2. Новый и улучшенный. В общем, ребят, в заставке говорили, типа, ты, Ботан, хочешь, типа, такую тёлку снять? Он говорит, типа, да, хочу. А хочешь выглядеть, как этот чувак? Не, не хочу. А если такой чувак снимает таких тёлок, хочешь? Ну да! Вот, короче, он согласился идти в качалку. И мы начинаем. Тут написано, внимание, как результат могут быть разного рода монструозные мышечные массы, проблемы с сердцем, уменьшение сексуальных возможностей, потеря мозговых клеток, мгновенное повреждение мышц и прочее всякое говно. Но это насрать на все это. Главное, что тёлок таких цеплять он сейчас сможет. Задачи. Увеличить вашу мышечную массу. Типа... сваг. Стать популярным. И найти тёлок. Я не могу, типа, ждать больше, типа, пока не стану таким превосходным. Ой, здравствуйте, девушка. Поговорите с кассиром. Здравствуй, приятель. Чем я могу помочь? Я хочу подписку. У нас, типа, подписка 135 баксов стоит. У нас есть 200 баксов. Ну, давай, чё, купим абонемент. Чё, погнали? Она, видно, сразу спортсменка. Погнали в зал. Первое, что мы видим. Кому что больше нравится. О, флирт. Горячая штучка. Эй, девчонка, как ты? Иди нахер. У тебя такая потрясная задница. Ой, извините, лицо. Меня зовут Большой Винс. Я типа, тебе, наверное, интересно, почему зовут меня Большой. Эй, оставь немного воды для рыб. Ну, короче, не знаю, это было выражение такое, которое я не американец, не могу перевести. Немного воды для рыб оставь. Короче, нам надо очень сильно прокачаться, чтобы к ней подъехать. Но мы начнем, наверное, с пресса. Восемь раз пресс покачал, уже масса выросла. Представляешь? Блин, было бы так в жизни. О, типа самолюбие или что-то типа того. О, привет, девушки. Как вы тут занимаетесь? Что у вас тут интересного есть? О, она тут одна. Помочь ей, Минди. Эй, у тебя прекрасный ковер. Типа, она говорит, этот ковер подходит только для занятий йоги, правда? Когда-нибудь слышала о Камасутре? А кто не слышал? Можешь мне показать? Может быть, когда-нибудь. О, вот это попроще, девчонка. Ну, Минди, она такая, более доступная. Ну, поэтому мы как бы потом к ней поедем. Ну, ладно, Минди. Хороших тебе тренировок. Че, давай еще пресс покачаем. О, а чё, больше масса не выросла? О, масса не выросла, зато типа это выросло. Телефон доступен. Чё там? Душметр. И чтоб типа еще больше полюбить себя, позвони папке и попроси денег. Это подсказка типа. Девчонок, ноль. Душметр. Тоже ноль. Сваг и популярность. Тоже ноль. Масса 1%. Ну, это круто же. А это, походу, фотки из первой части. А. О, а это мы играли. Если не помните, посмотрите в плейлисте. Взрыв мозгов. Так, вырубай телефон. Так.
Смените одежду, найдите новых друзей и смените статус, позвоните папке и много чего еще. Че, это все в телефоне есть? Social. Точно, слушай, add friends. Давай добавим друзей. Дрю, Леонардо, Херардо. Ну, короче, всех добавляй. Давай, 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 добавляй. А, так, апдейт статус. Ну, че ты не обновляешь статус? Вот мудак. Не хочет обновлять статус. Поехали. Популярность. О, популярность. Тройка. Друзей надобавлял. Поехали туда. Опа, мужик там вкачивает. Гля, педали задом наперед, походу, крутит. Это недоступная совсем мадам. Опа. Бицуля. И... Ууу, масса. Ништяк. Ууу. Скоро уровень прокачаем. Опа, ух ты ж, ёпарасоты. Там вон пацаны вкачивают. И здесь, чё чел делает-то? Плечи. Или банку как-то хитро жопа качать. Давай. А, здесь надо вот так кликать. Давай. Чувак, ты хоть переоделся, что ли? Давай. Масса, тройка. Так, а как переодеться? Нам надо найти, как переодеться. Так, поехали дальше. Хочешь, типа, что-нибудь там для соревнований? А, это Дженнифер, она может поменять стрижку, поменять, побрить и уход за кожей, типа, сделать. Так, давай вначале, наверное, прыщи уберем, и нельзя убрать денег. Не хватает эквип. Эта прическа у нас уже есть, это 75. Короче, меньше 75 нет у нас здесь причесок доступных. Надо папке звонить. Папка, дай денег. Дай денег. Пожалуйста. Эй, пап, можешь мне денег прислать? Ты идиот. Устройся на работу. Опа, прислал денег. Дженнифер, давай. Да-да-да, давай. А, она предлагает, типа, там, почистить туда-сюда. О, сваг. Сваг качаем. Прыщей-то меньше стало, глянь. Эй, сладкий, я могу тебе помочь. С твоей кожей и прической. Давай еще прыщей. О, все, теперь не прыщавый. Теперь вообще уже нормально. Можно теперь качаться уже быть. Короче. Давай, милая, помоги-ка мне с причесончиком. 75 баксов. О, ну вообще прям сваг. Так, а еще что она может? А, во-во-во-во-во. Она может нам бороду наклеить. Давай-ка вот эту. Вообще прям просто уже мужик на глазах становится мужиком. Денег у нас не осталось. Папа, дай денег. Хотя нет, стоп, давай в сошел пойдем. Статус обновить. Да почему ты, мудак, не обновляешь статус, а? Давай еще друзей добавляй. Добавляй, добавляй друзей. Да много друзей не бывает. Надо сотни тысяч, миллионов. Недостаточно, понятно. Пойдем качаться. Так, значит, нам надо... Ух ты. О, это место наполнено телочками. Опа, это типа парилка, да вообще по сотке. Все. Все вкачать по сотке, да? Блин, это жесть. О, он уже там довольный, улыбай. Давай штангу качай, чувак. Грудак. Жми, жми, давай. Пару блинчиков бы повесил себе. А, чем... Ух, ух. Давай, дожми ты. Давай, 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 давай. О, нормально, ладно, поехали на следующее. Поехали следующее упражнение делать. Давай банку. Оп. Оп, оп. Ты чё? Оп. 5% массы.
Сейчас наберем побольше, позвоним еще папке, папка нам еще денег даст. Присулю давай. Восемь раз ты делаешь пресс. Блин, пресс 8 раз всего делает, прикинь. Пресс 80 раз делает, он 8 раз делает. Ну чё, с этим хером поговорим. А, татушку получил. Эй, чувак, пошел нахер, я делаю тату только настоящим мужикам. Так, а это что, на выход? А сюда зачем выходить? Непонятно. А, туда, типа, тренерская, сюда. Протеин шейкс. Пригласить на свидание. Эй, хочешь сходить и что-нибудь выпить? Эй, ты меня приглашаешь на свидание, Винс? Ну, конечно. Бля, вот это было угарно вообще. Гля, типа, он под... New Douche Stuff. Новые прически и новые брилки доступны. Новые портки доступны через телефон. Storage Room Access. Это, наверное, вот туда. Окей. Пойдем. Ага, типа это склад. Это что, Шварценеггер, что ли, судя по голосу? Типа, твое сердце не выдержит, если ты, типа, не будешь принимать необходимые препараты. Блин, у меня денег нету. На Шварценеггера не похож, а по голосу похож. Ой-ой-ой-ой. Так, протеин шейк. 25, блин, 35, 50. Ёшкин кот. Папка, дай денег. Денег дай. Денег нет. Мне надо денег, чтобы стать более горячим. Черт! Я хотел бы, чтобы я никогда не встречался с твоей матерью. Чтоб такой мудак не родился. Нафиг нам протеиновый коктейль. Твое сердце может не выдержать, но ты полюбишь это. Вот что? Давай. Бустеры увеличат вашу массу во время прокачки. Так, хорошо. А, я только что сожрал. Надо по-быстрому качаться. Надо быстро, короче, бежать, качаться. Да хорош мозги трахать, побежали на следующий тренажер. Время, деньги. Банку. Давай, блядь. Ёпти. Мы просрали упражнение. Давай, бицулю, вкачивай. О, ништяк. О, масса прет. Давай на следующий. На следующий. Быстрей. Качай. Качай, 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 качай. Давай, 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 давай. 10. А чё так мало? Давай еще. Быстрей, быстрей. Раз, два, три. Давай, четыре. Шикарен. Еще немножко осталось. Давай еще, 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 еще. Быстрей, быстрей. Давай. Ух. Блять, не успел, чуть-чуть не успел, бляха-муха. Ну ладно, ничего страшного. Так. Значит, что нам нужно? Так, а что там у меня уровень-то? 12, 10, 6. Ага. Популярность. Быстро мы накачали self-esteem. Это, видимо, самолюбие или что там, чтобы звонить папке, типа. Вот. Я получил пропуск в качалку. Типа, время качаться. Это, походу, игруха именно от создателей
вот этой вот шкуры тупой, или как там, ну, короче, типа, тёлочкой. О, душ мобилити. Папа, дай денег, бля. Эй, пап, дай мне больше денег. Ты моя самая огромная ошибка. Популярность растет, все растет. О, бабок-то сколько, смотри. Так, давай-ка протеиновый коктейльчик самый дешевый возьмем. А смысл от протеиновых коктейлей я что-то не вижу. А, вот это, видимо, растет. Хорошо, хоть что-то растет. Самое сложное — банку качать. Самое вот реально сложное. Пойдем на штангу, если успеем. Давай. Ну, пожалуйста, успей. Не успел, сучий потрох. Так. Ты глянь, а денег еще больше стало. А что ты сделал? Я ж вроде купил коктейль. Надо пойти купить еще колес. Хорошие колеса были. Давай, мужик. Your muscle will love this. Давай, побежали. Присулю давай. Во, нормально. Побежали на штангу. Короче, будем штангу дрочить по максимуму. Бицулю тяжело. Давай. Молодчик. Блин, на эти 100 баксов бы хотя бы успеть до 20% бы. Давай, жми. Давай. Ты посмотри, у него блины появились. Вообще же скач. Молодец, вообще растет на глазах. Давай еще. Еще. Еще грудак. Вообще молодец. Бля. Ладно. Давай, грудак, качай. Давай. 23, 24, 25, давай 25 сделаем, чувак. Ты можешь, я верю в тебя. Давай, говорю. О, молодец. Давай еще. Нет, мы больше не успеем. Опа, новые футболки доступны через телефон. А все уже, закончилась банк. Ну, хорошо. Папка, мне нужны деньги. Бляха-муха, игра вообще стебная. Эй, папа, знаешь что? Нормально, он денег нам отсыпал. Гля, он здоровый стал уже, я только заметил. Вот конина. Гля, у него денег-то сколько у него уже. О, 25, 10, 13. А мы можем, наверное, к Минди пойти, да? Минди, я иду. А, новая одежда у нас доступна же. Статистика, читы, экстра, опшены, фэшены, душ-шоп. Давай-ка. У-у-у. Так, давай-ка, знаешь, что возьмем? Вот эту. О, нормалек. Давай-ка еще штанцы возьмем. Сваг вообще растет на глазах. Брюки. Да, это брюки для лохов, ты че? Надо самое модное брать вообще. Вот это берем. Ча Минди нам точно даст. Вообще оттаскивает.
Мужик мечты Минди. Эй, привет, Минди. Привет, милашка, хочешь помочь мне с моей растяжкой? Окей. Мне надо, чтобы ты давил мои ноги в разные стороны, что ли. Я могу тебе помочь. О, уже двух тёлок подцепил, уже 40, нормально. Я же говорил, что Минди нам даст душ-метр. Так, новые прически доступны и стили, новые портки и access to staff room. Опа, уже в тренерскую доступ открыт. Нормально, нормально. Эй, Минди, хочешь еще тебе помогу? Привет, милашка, поможешь мне? Да, конечно. Прижимай мои ноги, типа, к моей голове или что-то. Ну, короче, типа, ну, вы поняли меня. Поехали в тренерскую. Ууу, нифига, тут типа тренерша, походу. Ей, впечатлить Шану. Привет, ребята. Эй, Винс, Винс. Как ты чувствуешь себя? Все, ништяк. Круто, круто. And you, Шана? Типа, как ты, Шана? Неважно. Ну, это сучка. Мужик-то уже все, мужик уже свой. Тренер-то, ёпти. Тренер уже в доску свой. Пойдем на свидание. Эй, хочешь сходить выпить? О, ты приглашаешь меня на свидание, Винс? Ну, мы можем, если ты хочешь, конечно, пойдем. Бляха-муха, давай. Привет. Эй, хочешь быть реально большим? Давай за сотку мне, я погнал качать пресс и грудак. Давай, давай, давай. Мы как минимум мы 40 точно должны за этот раз сделать. Давай, 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 хватит мне показывать менюшки. Поехали. Пиццулю. Блять. Блять. Вот это самое противное. А, главное резко не бросать, видимо. Бля, да ну тебя нахер. Не могу я банку эту качать, когда спешу. Вот грудак будем качать. Да, да. Да, давай. Опа, еще два блинчика, по-моему, добавились, не? Давай, мужик, хватит менюшки показывать. У нас время, сотку баксов потратили. Давай. 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 О, молодчик. Опа, блины уже. Бля, здоровяк, вообще здоровяк на. Давай. 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 А, ништяк, 32. Давай еще один подходик успеем. Еще один подходик успеем по-любому. Давай. Давай, мужик, жми, 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 жми. У меня уже палец отсыхает давить. 35? Бля, давай 35. Успеем, нет? Не успеем. Успел. Да, 36%. Да вообще, мужик. Чел умер. Чел умер на велотренажере. Так, а что, пора папке звонить? Папка, дай денег, папка. Эй, оставь меня. Уже бесится. Оставь меня. Так, значит, нам надо сходить сейчас к этой красавице. Так, турбозагар, да, давай. А чё цвет не поменялся? Да ладно, нормально. Привет, милашка, я тебе помогу с твоей прической. Да, конечно, давай, сейчас поможем. Во! Это уже интересно. 125. Давай-ка. Давай-ка вот эту. Во, ништяк. Давай-давай, помоги мне. Потом я тебе помогу. Как интересно.
22%. Так. Туда нам дорога пока заказана. А что она еще может? Там три, по-моему, менюшки. А, скинке. Давай еще. Уход за кожей. Кожа, рожа. Вообще ништяк. Так, пока у нас есть много бабок, давай-ка пока неспешно банку покачаем. Оп. 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 Блять. Оп. Оп. Блин. Оп. Во. Не могу, когда... Не могу, когда таймер этот идет, блин. Нормально по дуге по этой. Хотя вроде бы ничего сложного. Банку всего по 4 раза. Давай до 40%. Давай до 40%. Оп. Оп. Во. Сейчас до 40% мы банку накачаем. Ну, в смысле, не банку, а массу общую. В первой части вроде как надо было каждую вообще все по отдельности качать. Левую руку, правую руку, правую ногу, левую ногу. Там вообще все отдельно надо было делать. Во, 40% ништяк. А здесь как бы у нас уклон на телочек. Ну-ка. Эй, как ты? Бля, она нас игнорирует опять. Ты сзади вообще прекрасная. Ну, в смысле, у тебя лицо вообще шикарное. Меня зовут Большой Винс. Догадайся, почему меня зовут Большой. У тебя есть имя? Ну, короче, она нас игнорирует еще. А, да на не буду. Пойдем, поможем с этой. Пойдем, Минди, поможем. Эй, милашка, поможешь мне, типа, с растяжкой? Да, конечно. Ну, короче, там, ты знаешь, что делать с моими ногами и головой. Конечно, ей. О, можно папке звонить. Было бы так все реально просто в качалке. Вообще, можно было бы оттуда не выходить. Дай денег, папа. Эй, пап, можешь мне сколько денег прислать? Ты идиот, найди работу. 1905, ух ты, ух ты, сколько у нас денег. Эй, мудак, татушки, отстань, пацан. А, от 51% это мудень делает, ага, хорошо. Так, это тоже какая-то слишком крутая. На выход. А на выходе что делать? Пофоткаться можно или что? Social. А, я забыл совсем об этом. Друзей же добавлять надо. О, я видел, там Карла была. Никакого пива для меня. Сегодня стейк и протеин. Быть большим. Вообще прям качало, качок. Читы. Так, статистика. 124 чего-то проведено в качалке. Популярность растет, все растет. Банка растет. Поехали. Пойдем, что-нибудь выпьем. Конечно, конечно. Ну, если ты хочешь. Конечно, она хочет. Давай попробуем с протеинчиком. Вот этим. Давай, присулю. Чё там с массой? Неплохо, масса растет вроде. Давай, давай, поехали на следующий станок. Побежали, бегом, бегом. Банку, не-не-не, банку отказать. Давай, давай, давай. Будем грудак качать на протеинах.
Да хорош тут заставки показывать, время уходит. Давай, давай, молодчик. Давай, еще. Давай. Эусем. Наверное, мы больше не успеем. Да, не успеем. Сорок 45%. Неплохо, 45%. Сейчас еще поможем Минди с ее растяжкой, и вообще будет все супер. А, скинки максимум. Нет, Дженнифер, спасибо. Свах растет. А что это селф там не селф не выросло? А, банку забыл. Блин, муха. А гантели-то уж легкие большие. О, отлично. Все, можно звонить папке. Сейчас еще подходик на банку сделаем. Банку надо аккуратно качать. Во! 46% массы. Давай до 50 уже. Сорок семь. Блять. 48. Ты нам тату не хотят делать. Давай. Еще разочек. О, молодчик. Еще чуть-чуть. Твоя банка будет как, блин, как у слона нога. Еще разочек. Давай. Чтоб гантель стала огроменной. Оп. Вообще нормально. Сейчас еще присулю сделаем. А, сейчас 51% сделаем. Опа, новые футболки доступны. Татушки доступны. Что, 51% уже? Я типа сделаю тебе татушки, чтоб прокачать твою шкуру. 500. Конечно, 750. Свак вообще вырос. Денег нормально так ушло. А, 750 же, да. Папа, дай денег. Щенку твоему маленькому качаться надо. Мне надо денег, чтобы стать более жгучим. О, черт. Мне так хочется, чтобы я никогда не встретил твою мать. Чтоб тебя идиота не сделать. Так, значит, что у нас по уровню, по всей этой хрени? 50, 28, 20. А, у нас новые футболки же доступны. Поехали купим. Social Fashion. Во, за сотку сейчас возьмем. Воротник с одной стороны, не, мы вот это возьмем. Чтоб татушку было лучше видно. Оу, свак за 31% перевалил. Давай еще штанцы сейчас посмотрим новые. Ух. Под черную кожанку возьмем розовые себе лосины. Свах вообще вон 34%. Вообще шикарно. А, теперь мы сейчас возьмем еще друзей, добавим, статус поменяем. Вообще будет супер. В принципе, как я понимаю, нам еще там на 1-2 серии максимум игры осталось.
Нет мозгов, нет боли. Я увидел это в зале. Это правда. Популярность 25. Ух. Ищ, Вася, какой ты вообще горячий стал. Слушай, может быть там... А почему я не могу фотки там сделать, еще чего-нибудь? Ну-ка, что здесь? Вичличану. Эй, привет, ребята. Эй, привет, Винс. Эй, сучка, опять меня... Как ты себя чувствуешь? Круто. Круто. А ты, Шана, как ты... Типа, ты сегодня прекрасна. Ага, типа, силы нам хватает, нам не хватает только популярности и свага. Здесь новых коктейльчиков не открылось. Нет. Здесь новых не открылось. Эй, хочешь реально большой рост? Ну, блин, нету у тебя реально большой рост. Ну что, ребят, на этом серию мы закончим. В принципе, игруха прикольная. Если вам понравится, то мы продолжим ее проходить. Ну, если не понравится, то оставим так. В принципе, тут на пару серий еще прикольная игруха. Интересно, что там тёлки нам скажут. Вот, на этом все. Всем спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, ставьте свои оценки. Подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте. И ожидайте новых прохождений, новых стримов. Всем удачи и пока.